Пока учебный процесс в стрелецкой школе приостановлен, рабочий в самом разгаре. Учреждение в этом году вошло в программу капитального ремонта. На ремонт школы в Стрельцах выделили почти 46 миллионов рублей. Всего планируется выполнить 14 видов работ. Здесь заменят крышу, отремонтируют внутренние помещения, а также полностью поменяют инженерные сети, электрику, системы безопасности, водоснабжение и канализацию. Рабочие движутся довольно хорошими темпами. Готовность на сегодня почти 40%, с учетом того, что в процессе ремонта вскрылось несколько проблем. Работают ребята хорошо, сделали много уже. Нам бы хотелось, конечно, побыстрее. Ну, Но проблем много, конечно, в школе. Какие скрытые? Что? Ну, это скрытые, кроме одной стены, и вторая стена, пол у нас. Угу. Столовую мы не хотели трогать, теперь, скорее всего, и столовая пойдет под ремонт. Ремонта здания не видела около 40 лет. Изношенность давала о себе знать и сказывалась на комфорте учеников. А это почти 300 человек учатся в школе с 1 по 11 классы. Я второй раз посещаю эту школу. Когда начали работать, были выявлены дефекты, которые не были предвидены, ну, не были даже засмечены, потому что когда вскрытие показали. Очень хорошие темпы. Попросили подрядчиков, возможно, ускориться и школу досрочно сдать. Она у нас двухгодовалого цикла. Но с учетом тех темпов, которые есть, есть большая вероятность запустить школу в четвертой четверти следующего года учебного. Почему нам так важно, чтобы быстрее сделать? Большие расстояния возят наши ребятишек, и, конечно же, здесь дети хотят учиться в школе, да и родители тоже. Проинспектировал глава региона и ремонт в школе поселка совхоза Селезневский. Этому зданию чуть меньше 30 лет, и построено оно не по типовому проекту. Максим Егоров сразу обратил внимание на то, как можно было бы творчески оформить фасад школы. Здесь как раз есть подходящая стена для мурала, который, к примеру, могли бы создать сами ученики. Потому что если здесь вход, то здесь что-то сделать красиво. Может, дети что-нибудь рисуют. Абстракция, а потом история, может быть, Селезней что-то связано. Да, я что-то и говорю. Да. Работы в этих стенах ведут с начала года. С тех пор здесь смонтировали новую стяжку, начали штукатурить стены и менять отопление. Серьезных нарушений в процессе не нашли. Кирпичная кладка оказалась крепкой. Между тем, в последние годы ученики и учителя отмечали ряд проблем. Зимой здесь было довольно холодно. На отопление было в ужасном состоянии, там все протекало, радиаторы были забиты, трубы прогнили, они были металлические. Да. Сейчас, разумеется, применяются уже современные материалы, это армированные трубы, которые армированы даже не стекловолокном, а алюминием. Они гарантия, там и 20, и 30 лет, с этим никаких проблем не будет. Потом пересчитали проект, добавили еще количество радиаторов, поставили более мощные, добавили секции. И, в принципе, сейчас обсуждается вопрос о том, что нужно утеплить фасад здания. На все работы выделено около 80 миллионов рублей. Завершить ремонт и открыть школу для учеников должны летом следующего года. Всего в этом году капремонт проведут в 27 школах Тамбовщины. В 7 из них завершат уже в этом году, в остальных – в 2025. На это выделено почти 3 миллиарда рублей. Работы ведутся по нацпроекту образования и по программе капремонта школ, которая по решению главы государства была продлена. Юлия Савушкина, Илья Тырса, Александр Кобзарев, Область новостей.